Итак, жители Ютуба, здрасте. Сегодня у нас вроде как 11 число. Забрал я сегодня 3 посылки. За вчера забрал еще 2. Вчера я не смог распаковать, я был на форуме. IT-форуме от Инфолинка. Вот, кто знает, в курсе. Помогали мне лайками. За лайки мне выдали селфи-палку, которая, в принципе, мне шибко особо не нужна. Ибо в рюкзаке лежала вторая практически такая же. Мне выдали с кнопочкой, чуть более такую крутую. Вот. Значит, у меня сегодня вот такой баул. Пакетик, кыш. Чуть поменьше коробочка. И 3 пакетика. Этот с треком. Этот с местным треком. Этот с треком. Этот и с треком, и вот этот с треком. Сегодня у меня день трековых посылок. Ну, треки в смысле международные, один вот этот только местный, российский. Здесь есть номер заказа, если что, найду. 4PS GOM Plus. Ага. Причем через Украину приехала. Интересно. Ладно, открываем по очереди. Так, первая посылочка ко мне для меня. Вот. Ну, ясно, откуда-то. ЛПшный трек. Ну, в принципе, больше ничего не написано. Бэтс. Бэтс. Бэтс это вроде как бусины. Интересно. Самое главное, в посылке нифига. А, нет, вот что-то прощупывается. А, это же посылка с буковкой. Сейчас посмотрим, что за буковку положили в такую здоровую посылку. Ну, в общем, это какой-то типа брелочек был. Да. Буква-брелочек. Буква О. Даже стразики какие-то наклеены. 1, 2, 3, 4, 8 штук. Теоретически. Такая вот штукень. Махонькая. Так, я даже планшет не включил свой. И даже его не распаковал. Он у меня как нарезочная доска использовался заодно. Не знаю, может проявить совесть все-таки его расклеить обратно. Больше я пока нарезать ничего не буду. Пока включается, я его разверну. Хороший какой оракал, блин, не снимается. Теперь просто так еще. Крошится он. Ладно, разворачиваю пока планшет. Так, ага, в AliExpress произошла ошибка. Бывает. Причем на этом планшете периодически часто. Грузился таким. Так, что у нас там в моих заказах? Давай, работай, работай, гадость ты такая. Ну как гадость? Гадость, конечно, не гадость. Так, обновлять мы потом будем. 13 уведомлений. Потом почитаю. Так, 97 подтверждения ждут. Сейчас найду я эту буковку. Вот она, буковка. Вышла она на 6 центов. А сама стоила аж $5.06. Вот за это вот ни за что. $5 я не дал. О, уведомления пошли. О, еще. Так. Принял, отправил. Ладно. Так. Сейчас она стоит 368 рублей. Это как великий ужас. Такую цену не взял бы. Вот тут фотография есть малюсенькая этой. Да, она такая малюсенькая есть. Рука прям почти как с моей болячкой. Нет, у меня болячка в другом месте. И вообще это другая рука. Нет, не знаю.
Ладно. Так. Тип изделия бисер. Ну, конечно, конечно. Ладно, за 6 центов мы ее заберем. Причем все 6 центов, видимо, ушли на трек. Тут стоит что-то вроде пробы. 925. Ну, сейчас пробу набить можно и на куске железки. Не проблема. Главное покрыть ее хотя бы серебром. Чтобы была имитация серебра. Вот так. Не знаю, куда это использовать. На браслет только если какой-нибудь. Здесь вот проба стоит, видно, наверное. Да, вот 925. Вот. Теперь точно видно. Ладно, забираем. Закручиваем. Посылок еще много. Едем дальше. Дальше еще один плоский пакетик. Не такой же плоский, как предыдущий. Мне ко мне для меня Украина. Сингапур Пост. Ванга мис Джоакум. Господи, язык сломаешь. Вот трек, значит, местный. Ну, понятно теперь он, почему трек местный. Почему через Украину, мне непонятно. Ага, МП трек вообще. Какой-то МП. Может, я за него уже деньги верну, потому что через Украину я уже 1000 лет ничего не заказывал. Так. Хотя 70-30, недавний заказ. Ладно, сейчас посмотрим, что это за чудо-юдо здесь такое. Через Украину приехавшая. Так, посылки у нас. Какие-то что-то круглые. Сережки. О, да, я, по-моему, за них уже спор открыл. Так называемые пуситы. Сейчас посмотрю я по номеру заказа, что это за чудо-юдо. И вернемся. Да, вот они. По споренных заказах висят. Ну-ка, номер. 253 190 253 100. Да, вот они. В общем, 6 центов. Время уже стекало. Открыл спор, продавец принял. Вот так вот тоже бывает. Стоили они 99 центов одна штука, а почему-то вышли на 6 центов. Закрыть, ну-ка. 68 рублей. Такие, в принципе, пластик. Местами кривой, местами царапанный. Я бы и так спор открыл, наверное. Где... В общем, они вроде как то ли выкручиваются. Нет, они просто снимаются. Вот такая чудо-юдо. За 0 долларов 0 рублей. Забираем, едем дальше. Наверное. Да. Что там, кстати, пишут про них? Ничего не пишут. Отзывов нет. Информация о доставке не было. А почему я через Украину их заказывал? Странно. Ладно. Забрали, так забрали. О, сейчас опять листать. Все эти неподтвержденные. Так, следующую посылку, наверное, откроем. Ну, опять же, желтенькую. Вот эту вот. Вот эту вот. Мне ко мне для меня. Тайтянчи Роуд, Харбин Дистрикт. Пингфанг Дистрикт, Харбин Сити, Хэйлонг Джанг, Стейт Чайна. 0,020. Так, а здесь что написано? 0,027. А, не какой-то Никлейс. Стоимость 1 доллар. Номера заказа нет, нифига. Не знаю, даже в коробочке Никлейс. О. Так, в коробочке у нас что-то падает, сыпется. Неклейс. О, цепочка крутая. Даже почти золотая.
Может, на самом деле золотая? Не знаю, не знаю. С Китая золото приехал, да? Сейчас. Поищем, поищем, поищем. Может, где проба стоит? Клеймо какое-то есть. HC. Или JH. JH. Так, если бы была проба, она бы стояла на клеймах. Пробы нет. Не попробовали. Такая вот цепочечка. Цепочечка это. Цепочечка. Сейчас поищу, где она была у меня. Долгий муторный процесс сейчас будет. Да, вот она цепочечка за 4 рубля. Ну, конечно, за 4 рубля там золото не должно быть вообще. Gold plate, да, типа позолоченная. High quality, высококачественная. Так, сейчас насколько... А, недоступен, понятно. Не глянуть, не посмотреть. Ну, это все товары с 11-11, хотя сережки я не помню уже те, откуда были. Это наконец-то вот доехало. Такая неплохая, красивая цепочечка. За 4 рубля итого. Ну, в принципе, интересно. Не знаю, она даже жене, может, пойдет. Посмотрим. Кто-нибудь да поносит ее. Так, как бы ее положить сейчас, разложить для фотосессии. Вот так. Да. Заворачиваем, запаковываем в коробочку красивенькую. Блин, тут одна коробочка стоит рубля 10, а то и 20 на наших местных рынках. Эти, ну еще не закрывается просто так. Во. Вот так, коробочка с цепочечкой за 4 рубля. Ладно, это мы забрали. Подтвержу уж потом, ладно. Когда оформлять видео буду. Так, и это у нас Таллин, Эстония. А это у нас откуда? А это с Джиги вообще приехал. Ладно, это на сладкое. Так, весом 0,102. Так, а здесь обещанных все заштриховали. Мини 503 Wireless Bluetooth Back Headphone Stereo Earphone Headset Black. Да ладно. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Ой, ножик-то какой тупой. Кстати, тупым ножиком намного легче порезаться. Это потому что прикладываешь больше усилия. Ага, это JD скорее всего. Наверное. SF Express. Странно, почему SF Express трекался. Или наоборот, он не. Он у меня, кстати, не трекался, да. Интересно, а что только одно? Если это с JD, там их несколько должно быть. Instruction on the back. Что-то other. Что там было написано? 0,1 весом. Стоимостью сколько? $12. Конечно. В общем, замазано. Ладно. ТФ, флеш-карт, наверное, есть. Интересно. Сейчас посмотрим. Сейчас мы это все протестируем. Вот я просто так не соглашусь. Нет, это, наверное, все-таки с JD. Хотя с JD рекламы нету. Так. Ай. В общем, такие вот наушники. Вот это все гнущееся. Это одевается на затылок. Вот это на уши. Плюс переключалки. Bluetooth. Телефон отвечать можно. Play, пауза. Вперед, назад. Обалдеть.
плюс кабелетчик в комплекте. Вот такой. Не, ну это точно с GD. Я на GD такие заказывал, да. Ну, странно. Мини 503. Так. Русский можно не искать, хотя бы английский. О, тут даже на английском есть. Бумажка вкусно пахнет. Так, что у нас тут? Кнопки управления. 10 это TF-карт, микрофон, TF-карт слот. Да, вот под microSD дырка есть даже, в принципе. Это хорошо, хорошо, хорошо. Так, куда у меня? А, вот USB-шник втыкается. Плюс-минус звук. Так, наверное, не видно было. Я что-то тут увлекся. Вот, дырка под microSD. Она, по идее, должна закрываться. Хотя что-то не шибко хорошо она это делает. Может быть, заправляться должно вот тут как-то вот так вот. Вот. И под микро USB. В теории заправляется как-то тоже так же. Вот так вот. Не просто так закрывается, а именно заправляется. Во. Все равно болтается. Ну фигня. Вообще, вроде эти ухи стоили 5 центов, что ли. Если действительно с JD. Потому что на Али я такие один раз заказывал, по-моему. Так ни хрена и не приехали. Там продавец ошибся с ценой, там, да, это понятно. И в итоге ни хрена не выслал. Сейчас будем искать. Так, хопперы где? Вот они, красненькие с черненьким. Получаем трекинг и смотрим. Трек здесь вообще какой-то. 603, ну, чисто цифровой. 603 что-нибудь есть? Вот он, 603. 168 окончание. Нет, нифига. Вот, 168. А, вот, да, правильно. Черненький с точечками красненькими. Вот он, да. Все верно. Эх, куда уехала? Ну, тормозной JD. Вот они. Вот они, вот они. Так, ладно, допустим, это приехал. Что самое интересное, у них у всех треки разные. Ну, почему вот этот вот? Не знаю, разорялся продавец, наверное. В общем, да, действительно, они стоили 5 центов. Ну, как 5 центов. 10 долларов 5 центов. Ну, я взял и заказал всех по штучке. Auffeng Limited. Здесь что-нибудь про него написано? Ничего не написано. $14 1 цент. Причем это, по-моему, уже скидка стоит. Оригинальная цена $17.51. Пишет что-нибудь про них хорошего. Рекомендуем. Нет, не надо нам. А я смс-ка пришла. Так, ну-ка, комментарии покупателей. Норма. Наушники хорошие. Шли с момента 22 дня. Я доволен. Нормальный. Сын доволен. Хороший звук. Одно удовольствие. Хорошее качество. Звук нормальный. Из бюджетных рекомендую. Good. Пользуюсь один день. Полет нормальный. Доставка 3 недели, наушники сойдут, слушать музыку по дороге в автобусе. На больше нет. Еще сложилось, что правый чуть лучше левого. Так, что из плохого? Из
Хорошего всегда хорошо. No shipping. Ага. Рот пришло. Сейчас буду тестировать. Поставлю на зарядку сразу. Он еще плюс должен быть как карт-ридер. Ну, то есть, USB-шка. То есть, в него втыкаем флешку. Подключаем по USB. Который довольно-таки вызывает сомнения. Не, ну за $17 не. Ну за 5 еще центов, ладно. Вот пошла зарядочка, лампочка загорелась красненькая. Bluetooth. Ну как Bluetooth, не знаю, конечно. Ну, в принципе, неплохо. Очень даже неплохо за 5 центов. Значит, это было с JD. Меня просто смутило то, что написано Чуваш Республик. Не русскими буквами. Потому что с JD обычно все на русском приходит. Так, ладно, это мы забираем, пока лежит, тестируется. Заряжается, точнее. Если в процессе распаковки не взорвется, будет хорошо. Так, и опять пришла смс какая-то непонятная. А, это, наверное, жена опять залезает в Сбербанк онлайн. У меня же все смс-ки приходят по двум карточкам ко мне. Так, ладно. Последний баул JD. Как-нибудь вот так. Ага, у меня у ножика кончик затупился. Основательно. Остальное еще более-менее режет. Так. Ага. Здесь. И нет ничего больше. Здесь вот такая прокладочка. Оставим на нужные дела. Здесь скотчик кусок с этой прокладочкой. В общем, вот это вот солнечный фонарь, проще говоря. Днем заряжается, ночью светит. Все легко и просто. Так, где тут у нас? Взрезать аккуратненько можно. Так. Конечно, надо было прилипнуть к ножу. Так, ну давай, открывайся. Открывайся. Так, черт с тобой. О, наконец-то. Вот такая вот штука. Давайте, ну, давай, вылезай. Так, что бумажка? Бумажка сначала почитаем. Instructions. О, да ладно, не на китайском, только на английском. How you solo power deck and wall lights works. Как это работает, проще говоря. The solar panel converts sunlight energy into electricity during the day. Якобы, в общем, вот эта вот штука. Вот. Давай, подлезай. Вот этой штука, крепление, круто, вот этой частью, оно аккумулирует солнечную энергию влагозащита, в электроэнергию, проще говоря. Вот отсюда оно получает электричество, там внутри, вероятно, какой-то аккумулятор. Нифига оно не аккумулирует, солнышко мало. Вот. Дальше, значит, ну, в общем, в течение всего дня. The photocells automatically turns the light on at night with the electricity stored in the batteries. Да, правильно, как я и сказал. Вот это фотоэлементы автоматически превращают солнечный свет. В общем, хранится в батарейке. Батарейку я здесь не вижу, конечно. It requires no wiring because it runs off the sunlight energy to recharge the batteries. So there is no cost to run the solar cup. Ясно.
Я не вижу батарейки. Хоть застрелите меня. Неужели там маленькая батареечка внутри просто? Если маленькая, надо будет раскрутить, вставить какую-нибудь там 18650. Там светить, по идее, должны диоды. В общем, я все это не буду перечитывать. Да, точно. Судя по картинке, так оно и есть. Батарейку надо вставлять, скорее всего. To replace the batteries installation. Each Clizy cup includes one solar deck in wall light. А, все равно все-таки батарейка есть, 1 амперная, никель-магниевая. Хорошо, отлично, круто, замечательно. Сейчас разберу, вкручу что-нибудь в нее, если отвертку найду. Нашел некоторые подобие отвертки, выкручивать способна. Чисто ради эксперимента глянуть, что же здесь внутри. Болтики, саморезы. Ну, и вот эта крышечка снимается. Так. Батареечка здесь, вот она. Это формата 3А. Ой, 2А. А-а-а. Ну, все элементарно и просто. Внутри раз, два, три, четыре диода. Это что за... Не помню я, что это такое, четырехногое. Транзистор, но четырехногий. Вот. И, собственно, батареечка. Аккумуляторная причем. А сама по себе стоит далеко не 5 центов. В общем, сейчас положу его подзаряжать. Посмотрим, что из этого выйдет. Хорошего, нехорошего. Но, скорее всего, заменю на 18650. На парочку. Чтобы хватало светить надолго. А там, скорее всего, элемент это банальная преобразователь. Не преобразователь, хотя даже. Может, реле какое-то, если отсюда есть напряжение, чтобы сюда не светило. Ну, простым народным языком объяснил. Ограничитель. Он может быть и ограничитель, и преобразователь. Вот так. Сейчас положим его на солнечное местечко. Пусть чутка подзаряжается. Может, он вообще, по идее, работает? Точно, он работает, он заряженный. Надо было догадаться, просто прикрыть и все. Круто. Даже это протестил сразу. Так, ладно, сейчас глянем, сколько он стоил. Потому что он стоил не $10, и в итоге он вышел не на 5 центов. И куда реклама вышла? Машинка, то есть, вышла. Назад. Так, мне надо. Где это у меня лампочка была? Дальше где-то, по-моему, что ли? Вот GD-сайт тут тормозной. Вот единственный минус. Народу вроде немного. Ой, непонятно, короче. Повешу я его, скорее всего, у тещи в деревню. Да, вот он. Я все сокрушался. У нас получается, что вот эти наушники пришли, я ими пользуюсь уже некоторое время. 2 лет. Почему 2? Здесь 4 леда. Круто. Здесь 4 леда. 4 леда. Может, можно забабахать, конечно, будет еще что-то покруче. Вот. Так, значит, сколько оно стоило-то? Оно стоило... Ага, оно вышло на 8 центов. Потому что я покупал вместе с наушниками. Ты куда же скачешь-то? А, ну, поделим пополам по 4 цента. Сейчас оно стоит... Игрушка-то... А, сколько она стоит? $5.69. Хорошая игрушка. Хоть какое-то малейшее свечение есть,
Ну, в общем, работает оно полную ночью, короче. Наверное. Надо будет тестировать, проверять. В общем, на этом все, наверное, да? Больше посылок-то у меня вроде нет. Ничего не закатилось никуда лишнего. Запаковано, конечно. Ой, пакетик порвался. Углом, наверное, порезалось. Ладно. В любом случае, хорошо. Так, надо его выключить, чтобы будет сажать батарейку еще. Так, как же его впихивали-то? Вот так. Крепеж туда же. Инструкцию туда же. Вдруг не знаю, как крутить два болтика, что крайне маловероятно. В общем и в целом, сегодня была кучка посылок. Самое полезное с JD, как всегда. С AliExpress что-то мало полезностей, конечно, но ничего. Будет еще праздник на нашей улице. Надеюсь. Вот. Тут наклеечки еще висят. Надо все поубирать давно. Руки все никак не доходят. В общем, всем пока. Всем счастливо. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылки на группу будут. Все ссылки прямо в группы, как будто тьма ссылок, конечно. Ссылка на группу будет в описании. Вступайте, лайкайте записи, смотрите, что предлагают народ. Предлагайте сами. Вот, что еще хорошего сказать вам. Всем пока, всем счастливо. Ладно, все, давайте, пока уже. Подписывайтесь на канал уже. Нет, это я уже говорил. Все, пока, пошел наушники тестировать.